Удар по новогоднему настроению, иначе не скажешь. В одном из омских дворов неизвестные обезглавили снеговиков, которые несколько дней лепили дети. Хулиганы попали в объектив камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей ночью пинают снеговиков, отрывают у них головы и уносят вязаные шапки. На утро после инцидента родители попытались восстановить фигуры. Все доделать, увы, не удалось. Мечи планировали поставить во дворе рождественскую ель, но от этой затеи придется, видимо, отказаться. Мало ли, что хулиганы могут сделать с новогодней красавицей. Здесь детская площадка. Сюда приходят ребятишки со всей округы. Было так обидно утром посмотреть. Особенно было, ну вот прямо стыдно перед ребятишками, которые делали. Взрослые, думаю, я поймут. А перед ребятишками, ну вот как вот они увидят, это дня два назад. Все-все лежали снеговики. У этого голова вообще сломана. Вот. Те порушены были. Не знаю, кто это сделал.